Вот здесь из расщелины начала сочиться вода. В результате длительного путешествия по пустыне люди получили воду. Вот. Ради этого мы сюда и поднимались. Все. А вот сам стоит Ахура Мазда. Его портрет. Вся пещерка выглядит примерно так. А снизу русские туристы поднимаются сюда. Так, что тут на английском написано? Хаят Бану. Все понятно, Ахура Мазда.